Танцоры студии «Дека» Константин Боровков и Софья Соловьева работают в паре всего год, но за это время ребята успели наладить контакты и одержать несколько крупных побед. На международных соревнованиях «Фурор Кап» в Саранске саровчан признали лучшими среди юниоров с латиноамериканской и европейской программами. Мы соревновались с 20 парами, и было две части конкурса. В первой части нормально, а во второй уже посложнее. У нас было две программы, латиноамериканская и европейская. Вот, латиноамериканская программа у нас хорошо всегда получалась, а с европейской обычно были проблемы. Мы много тренируемся, отрабатываем. Выступление на соревнованиях всегда волнительно для юных танцоров. По словам одного из руководителей студии Екатерины Сысоевой, на занятиях ребята отрабатывают не только технику и подачу в танце. Большое внимание уделяют развитию стрессоустойчивости. Сами соревнования, конечно, это очень энергозатратный процесс и психических сил, и физических сил. Поэтому чем больше танцор посещает соревнования, тем лучше он выступает на каждом следующем, потому что он привыкает быть вот в этой форме, привыкает быть в атмосфере конкурсной и уже легче справляется с нагрузками и психическими, и физическими. Танцоры тренируются каждый день, оттачивают элементы и готовятся к предстоящим соревнованиям. Руководители ежегодно отправляют своих воспитанников на «Фурор Кап» и гордятся, что в этот раз ребятам удалось достичь внушительных результатов. Наши самые старшие воспитанники Ломтев Никита и Казанцева Мария заняли второе место среди взрослых танцоров. А в первый день соревнования среди детей от 10 до 12 лет победили Качев Денис и Соснина Виктория. И также его младший брат Качев Максим со своей партнершей Пуль Кристиной заняли тоже призовое место. На паркет выходили танцоры из 12 регионов России, участники из Белоруссии и Казахстана. В рамках международного турнира в Саранске также проводились городское первенство и открытые соревнования Республики Мордовия, где Денис Брагин и Екатерина Сысоева выступили в качестве судей. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».